От пациентки. ОРВИ. COVID-19 не подтвержден. Консультативное заключение. По представленным КТ-томограммам пациентки 1953 года рождения. Дата исследования. 10 мая 2020 года. Область исследования. Органы грудной клетки. При мультиспиральной компьютерной томографии с использованием реконструкции в сагитальной, аксиальной и фронтальных плоскостях, построением трехмерной реконструкции органов грудной клетки. Легкие расправлены. Справа в S1 определяется паракастральный участок снижения пневматизации легочной ткани, нативной плотности до плюс 80 по Хаунсфилду, размером 19 на 16 на 16 мм. Создается впечатление о наличии полости распада до 3 мм в центре. Сформированы тяжи кастальной и горизонтальной плевре. В S4 справа фокусы снижения пневматизации легочной ткани по типу матового стекла размером 32 на 15 мм и 17 на 19 мм. По задней поверхности S6 и S10 участки матового стекла диаметром до 16 мм с тенденцией к слиянию. Слева фокусы инфильтрации по типу матового стекла диаметром до 12-16 мм. Также по задней поверхности сегментов S6-S10. Ход и проходимость трахеи главных долевых сегментарных бронхов не нарушены. Средостение не смещено и не расширено. Новообразование в нем не визуализируется. Внутригрудные лимфатические узлы не увеличены, обычной формы и структуры. Жидкости в плевральных полостях не выявлено. Костных, травматических и деструктивных изменений не определяется. Сердце аорты без особенностей. Диаметр легочных артерий в пределах возрастной нормы. Подмышечные лимфатические узлы не увеличены. Желчный пузырь удален. Заключение. КТ-картина двухсторонней полисегментарной вероятной вирусной пневмонии легкой степени тяжести КТ-1. КТ-картина участка фиброза. Образование S1 правого легкого. Рекомендована консультация терапевта. КТ-контроль через 1 месяц с контрастированием. Ассистент кафедры, кандидат медицинских наук Котов М.А. Комментарий врача-рентгенолога. У вас есть признаки двухсторонней, вероятно, вирусной пневмонии легкой степени тяжести. А вам нужно показаться терапевту, решить вопрос госпитализации. Сейчас достаточно много пациентов с типичными вирусными пневмониями при отрицательном анализе на COVID-19. Запускать это не стоит, нужно показаться терапевту. Также на верхушке правого легкого есть очаг, требующий контроля. Скорее всего, это очаг фиброза, но для исключения опухоли имеет смысл сделать КТ-контроль через 1 месяц с контрастом.